Продолжаем выпуск. В Шымкенте 12 средних учебных заведений, которые строятся по национальному проекту «Комфортные школы», сдадут их уже в этом году. И все эти объекты обеспечат местами 17 тысяч учеников. Сейчас идут завершающие работы по отделке внутренних помещений и фасада. По требованию заказчика в строительстве используют материалы отечественного производства. В целом до конца будущего года число комфортных школ в городе доведут до 18. Общее количество ученических мест в них составит 28 тысяч. Управление образования уже занимаются подбором кадров и повышением их квалификации. С ходом реализации строительства школ ознакомился депутат Мажилиса парламента Данабек Исабеков в рамках своей рабочей поездки. Школы строят с учетом повышенных требований к безопасности. Предусмотрена установка систем видеонаблюдения. Будет охрана и устройство автоматической блокировки дверей. Важно, чтобы объекты построили в срок и качественно.